Друзья, приветствую вас. Мы сейчас находимся на выставке Mosbuild, которая проходит в Москве в выставочном комплексе Крокус Экспо. Здесь у нас коллективный стенд, то есть несколько компаний из Липецкой области. Наша компания в том числе презентует потолочную, энергосберегающую, инфракрасную, низкотемпературную систему, которая позволяет ежемесячно экономить до 52%, а также снижать затраты при закупке котельного оборудования. Система работает. У нас реализовано более 400 объектов. То есть в любой категории зданий, будь то склады, производство, спортивные комплексы, торговые залы, в общем, здания любых назначений. Про эту систему вы наверняка слышали. Если не слышали, вы можете оставить заявку по ссылке под видеороликом, либо написать ваши вопросы, и мы с радостью вам расскажем, как она работает, где она применяется, какие еще эффекты энергосберегающие позволяют использовать данную систему. В данной системе отсутствует подвижность воздуха, то есть у вас комфортный режим, равномерный обогрев, и использование данной системы, допустим, в высокочувствительных производствах типа детского питания либо фармацевтических складах позволяет сохранять физико-механические свойства продуктов и сохранять все сроки и условия хранения. Поэтому оставляйте вашу заявку по ссылке под видеороликом, подписывайтесь на наш канал, и при необходимости мы предоставим все необходимые данные, включая видеоотзывы главных энергетиков, главных инженеров, собственников предприятий. В общем, готовы ответить на все ваши вопросы.